Вероника, ну сколько можно в этом телефоне сидеть? Почитала бы, вот, книжки нормальные. Приключения капитана Врунгеля, я не знаю. В конце-то концов. Хорошо, мам. Читай. Так, что там у нас? Приключения капитана Врунгеля, дядя, что это такое? Не, я не хочу это читать. Я лучше вот посплю. Вот, где я? Что произошло? Где я очутилась? Тишина в библиотеке. Девочка, ты хотела что-то почитать? Нет, я так посмотреть. Я читать не люблю, это неинтересно. А попробуй какую-нибудь интересную книгу взять, я думаю, тебе понравится. Вы уверена? Да, я не сомневаюсь в этом. Ну хорошо, я попробую. Но как же интересно. Видишь, тебе понравилось читать, а я же тебе говорила, что читать интересно, полезно и нужно.